Confirmed. Interaction resolved. Would you mind? The cryptarchy is at your disposal. Best shot, I suppose. Вау! Ребята, начнем новое видео сразу же, просто вот так вот расскажу. Сейчас только выйду из партии, потому что я со случайными людьми. Но, в общем, в чем суть? Ребята, хочу вот сделать видео, что я получил за неделю. Я думал об этом, вот сейчас открыл инграмку, там хоп, золотая вещь. Я так подумал, да, по-моему, это судьба. К сожалению, вещь на варлока. У меня варлок, в принципе, есть, может, я как-то что-то еще и сделаю с этим. Ну, точно не знаю, что-то меня вот выкинуло. Ну, хрен с ним, с рифом. Давайте говорить, что выпало. Прошла ровно неделя, то есть был вторник, сейчас вторник. И мы сейчас расскажем, что и как получил, смог набрать за неделю из хлама. Ну, начнем с первого оружия. Получил оружие The Summoner. Это, по-моему, за 7 побед в Trial of Osiris. Хороший автомат. К сожалению, я не дошел до 9.0. Когда 9.0, открывайте сундук, и там есть шанс получить такое же оружие, только с элементом. Вот это оружие с арк-элементом, это просто бомба. Без элемента, к сожалению, к ПВЕ не очень подходит, но перки интересные. То есть, легче нацеливаться, то есть... Он больше цепляется, как на консоли, в принципе, всегда, то есть небольшой зацеп идет, но тут он еще больше. Плюс радар остается эффективным во время прицеливания. Очень, по-моему, классное оружие. Дальше получил Wolf Slayer's Claw. Я прошел, в общем, Prism of Elders на 34-м. Прошел на 34-м и получил Armor Core, то есть шарик, который мне позволяет купить оружие у этого урода на рифе. И я купил это оружие. К сожалению, мне кажется, это была пустая трата. Почему? Потому что нет элемента и перки против шанков. Ребята, вот эти вот пылесосы, вот этот... Зачем мне перк против этих кастрюль Тефаль, которые и так падают там с одного выстрела? Но выглядит нереально красиво. Вот, ребята, давайте даже покажу. Сейчас вот так аккуратненько, хоп, выглядит вполне прикольно, вот эти вот шипы и прочее, то есть классное оружие, безусловно, по дизайну, по применению еще найдем. Получил Western Dynasty, это за историю, то есть это каждый получил оружие офигенное в ПВЕ, офигенно в Prison of Elders, многие его недооценивают, но тот, кто много им пользовался против фолленов, понимает, это реально крутое оружие. Но потом, может, как-нибудь поподробнее расскажу в деталях и какие применения ему можно найти. Из хевиков что получил? Ну, в принципе, из хевиков я не получил ничего, кроме вот купил Exodus Plan. Потратил 40 молотов Light, чтобы получить эти перки и арк урон мне, потому что есть гранатомет и с огнем, и с войдом, и как-то мне это нафиг не нужно было. Вот мне нужен был арк и плюс для PvP самонаводка. То есть хоп, прицелюсь, отошел, бам-бам-бам. Очень классный. И перк на 3 ракеты. Вот в PvP, в Trial of Osiris очень пригодился. Очень классная штука. Правда, надо еще вот усилить. Я забываю все вещи усилять. Что касается шлемов, получил вот... Откупил 2 энграмки Узура, купил Acclave Edge Симбиот. К сожалению, мне он на данный момент не нужен. Не удаляю, не знаю почему, вдруг рано или поздно Хантера создам, в чем я сомневаюсь. И получил Helm of Inmost Light. У меня уже был, но он на 36 лайта. Потому что я его не докачал, еще не вложил зеленая манга, хотя это мой самый первый шлем. И вот этот уже на 42 лайта, и у него 135 силы, то есть даже статы гораздо лучше. Этот я не удаляю, почему? Потому что это мой самый-самый-самый первый шлем. То есть самая моя первая экзотика, это уже больше как такая ностальгическая реакция, которая не позволяет мне его удалить. Что касается перчаток, получил Kelslayer's Grips. Это, по-моему, можно было купить у этого урода на рифе за Armor Core. То есть самая такая простая. Перчатки, в принципе, необычные, прикольные перки, нормально. Так, так, это было. А, вот это получил Watcher's Gauntlets. Это с Trial of Osiris, но такой простой дроп, который падает между матчей. К сожалению, эта вещь мне не нравится. Дизайн отвратительный, две полоски Adidas. Вообще не катит, плюс какие перки на алтарайфлы, ребята, есть даже вот перчатки с Iron Banner, они и выглядят красивее, и перки, в принципе, те же самые. Также вот получил с дропа Deadlight Gauntlets, увеличивает скорость перезарядки с пульсовиками, очень полезно, мне это на контроле очень понадобится, пока не получу экзотические перчатки, которые очень-очень хочу. И также эти перчатки потом усилю и возьму их, наверное, на Trial of Osiris, потому что я хожу с Red Death'ом. И очень классные перчатки, надо только усилить. Так, это уже было. Тело, ребята, блин, круто. Надето нам сейчас Crest of Alpha Loopy. 170 интеллекта, 42 света. Знаете, почему
у меня он не прокачан, потому что я его получил 5 минут назад с Найтфола. Я буквально сейчас вышел с Найтфола, и мне выпал Крест оф Альфа-Луп. А смех в том, что я еще на выходных жаловался. Блин, че ж я дурак не купил? Очень бы пригодился на Трайл оф Осарис. Жаловался, жаловался, капал на мозги товарищам по игре. И бам, первый Найтфол после выходных, и натя Крест оф Альфа-Луп. На, Дима, иди за 9-0. Что касается остальных вещей, также я купил Deadlight Plate просто для себя так, потом, может быть, тоже прокачаю. Почему? Потому что патроны для пульсовика, я PvP-шник вообще, и мне, в принципе, не помешали патроны бы лишние. The Armamentarium у меня был, но я его докачал, то есть нормально, у меня он просто лежал грузом, и сейчас решил докачать. И вот это еще одна вещь, Plate of the Exile. Кстати, я забыл рассказать про главный шлем, вот дурак. Helm of the Exile. Я получил этот шлем из 8-го пакета. У меня был счет 8-3. Я купил пакет золотой, той самый навороченный, и мне там выпал этот шлем. Дизайн, ребята, круто вообще. То есть, я даже вот покручу, посмотрите, выглядит офигенно. Вообще круто. Мне кажется, вот из, конечно, из шлемов, из Trial of Osiris, это самый крутой шлем. Тело, конечно, у Варлока лучше. Что касается перков, ну, такие неплохие перки. Я этот могу найти, этот шлем применения в контроле, когда будут экзотические перчатки под пузырем. Вы знаете, у меня там есть гайд небольшой на тот класс, которым я играю. Он чисто на захват точек. Если пузырь заходит, будут умирать. С этим шлемом будут умирать еще быстрее. Так вот, что касается этого тела, тоже очень красиво. Перки носить больше патронов для хэндкэнона и больше патронов для шотгана. Кто любит сражаться на маленьких узких дистанциях, ему очень пригодятся эти перки. Я же, в принципе, с хэндкэнонами иногда играю, но перки на шотган, увы, не мое. Я предпочитаю снайперку. Просто люблю убивать со снайперки, от этого получаю больше удовольствия как-то. А шотган что нажал, бах, убил и все. А со снайперки в голову попал с таким треском, как будто желе на пол пролили. Очень классно. Также вот сейчас вы видели только что, открыл легендарную энграмку, которую получил из простого пакета. Блин, такая цепочка событий. Void Fang Vestments. Хороший армор на варлока, то есть грех жаловаться, потому что получил просто из простой энграмки. Что касается ботинок Kelslayer's Greaves, я ее получил из пакета, который обменял Weapon Core и Armor Core, то есть на 35 уровне. Получил хорошие ботинки, то есть 42 света, носить больше хэвиков, надо их еще прокачать, потому что получил, в принципе, недавно. И получил последняя вещь, самые отвратительные ботинки, которые я видел. Ребята, это вообще жесть. Посмотрите. Выгляжу как последний гопник, самые обыкновенные тренинги. А, ёпта, глиммер есть, а если найду, ёпта, глиммер. Блин, вообще жесть. Отстой какой-то, реально спортивный тренерги Абибас. И плюс какой-то еще какая-то наклейка из чипсов приз получил, присобачил себе на ягодицу. Отвратительная вещь, я ее храню просто ради смеха. Это реально полнейший отстой. И вот такие пироги, к сожалению, я не получил. А, вот получил Bitter Steel из пакета для Dead Orbit. По-моему, очень тоже классно, но это ничего, в принципе, необычного. Я не получил никаких новых самолетов, не получил никакой окраски, хотя прошел весь Prison of Elders и в Trial of Osiris играл очень много. И эмблемка. Мне дали эмблемку глаза, к сожалению, было забито. Я думал, пришлют на почту, но не пришло. И мне вот не даст соврать товарищ Алекс. Привет, Алекс. Ты не дашь соврать, мне дали реально этот глаз при тебе, и, к сожалению, его почему-то нет. Вот такие вот пироги, товарищи, скажите, что вы получили за неделю, то есть за 7 дней такой веселой, интересной игры. Мне, по-моему, очень-очень повезло, особенно сегодня, потому что я только прошел Nightfall и получил две экзотики просто ни за что. Спасибо за внимание, товарищи, до свидания, товарищи, ура!